Так, ну что, ребят, 28 февраля прошла битва кальянщиков в городе Кустанай, такая региональная. Там, в принципе, я ожидал, что будет дикий пиздец. То есть, я уже был на подобных битвах, и это проходило просто пиздец, блядь. Ты приезжаешь, а там эмики, обтянутые мишурой, и это охуенный креативный кальян для суперэтапа, и они прям были уверены, что победят. Точно с таким же мнением я летел в Кустанай, но меня это сильно удивило, то, что там было. Сейчас мы это, собственно, все посмотрим, и я про все, собственно, расскажу. Проходило все это в бар «Джеймс Бонд», и организатором всей этой хуйни, короче, всего этого батла была «Кальянная империя». Мы с ними, кстати, сейчас едем в Челябинск. Так вот. Давайте теперь поговорим о участниках и, собственно, что там происходило. Там было много участников с самого Кустаная, было парочку с города Рудный. Также там была команда «Добро», то есть это те, которые участвовали еще и в Екатеринбурге на батле «Космо-шопа», да, «Космо-хука», назовем это так. Собственно, давайте пробежимся по командам, которые там были, и что они, собственно, представляли, да, там. Была команда Хука Хаус, очень интересная команда. Они, получается, как бы не до конца доделали свое творение, блядь. Вроде бы все из меди, все красиво так, но тарелки от Халил Мамуна, которые просто валяются на кальяне, да. И соответственно, какое-то ебанное белое, блядь, ведро, запаянное, сука, блядь, каким-то пластилином. Я ребятам сказал: ребят, нужно было как-то доделать эту композицию, и было бы супер. Реальная идея прикольная, как бы, да, вот эти, это медь, две чашки, очень популярно на батлах. Но они пришпандорили это ведро, и я им поставил очень низкую оценочку. Думаю, собственно, вы уже посмотрели, что это за хуйня, и как бы поняли. Была еще команда Хука Делюкс. Это тоже кальянная, кустанайская кальянная. Они сделали вулкан. Ну, реально, получился прикольный вулкан такой по пьемаше. Внутри, соответственно, также кальян обычный. Но тоже композиция немного недоработанная. Ну и стол весь грязный, в пустых пачках, на салфетках, на которых забивали, собственно, табак. И как-то не хватало вот немного доделать эту композицию, да, там, закидать туда сухого льда, и чтобы это прям все излучало такой дым, пар, лед, блядь, и, конечно же, добавить немного красной подсветки, и было бы круто. Что касается самого микса, то микс был прикольный, мне очень понравился, и ребята почти весь батл забивали чисто двойнуху, короче, чтобы люди могли ее покурить. Был еще среди всех этих кальянных был ресторан. Да, был пивной ресторан Фесла. Я попробовал ихнее пиво пшеничное. Бля, это, наверное, самое охуенное пиво, которое я пробовал. Но, соответственно, пиво я много не пью, поэтому из того, что я только пробовал, это было самое охуенное. Мне очень понравилось, что обычно пивной ресторан выставлялся на батлах, и они захуярили такую большую канистру, блядь, большую бочку, в которой внутри было пиво, вся эта охлаждающая хуйня, потом этот генератор, который дает давление, да, чтобы пиво лилось, и, соответственно, сам кальян. Стол был у них прикольно украшенный, там было много ячменя, солода, всяких зернышек, но когда мы подошли туда уже тестировать этот кальян, как типа как судьи, то все это пиво кто-то уже выпил. Ну, не с бочки, а со стола. И получилось, что когда мы пришли, было не очень красиво на этом столе. А так, ребята, молодцы, кальян тоже был прикольный. И смотря на все эти зернышки, ты реально прям чувствуешь вкус пива в кальяне. Нет, там не альган же, блядь, была, а пиво. Ванила, то есть old ванила, экс-ванила, да? То есть ребята, которые раньше держали кальянную ванила в Кустанае, они ее продали, потом ее перепродали кто-то. И кальянная сдохла, и ребята решили выступить от своего старого названия своим старым коллективом. В принципе, кальян, ну, вот из разряда Эми в мишуре. У них был кальян Агач, либо... Какой у них был кальян? Короче... Агора была у них на первом раунде. Нет, нет.
У них было что-то в виде агачина, который на бамбуке был нахуярен. Там бамбук, растения, тропики, все такое. Еще и ананас был вроде. Юнион. Ну, агач, юнион, в принципе, одна и та же хуйня, очень похожие. И кальян просто торчал, но я думаю, это не очень круто как-то, блядь. Надо было его как-то получше замаскировать, и было бы круто. Об этом я тоже ребятам сказал. Курился он так себе за счет ананаса, мне не очень понравилось. Вот эти бамбуки, хуембуки, блядь, Кустанай, какие тропики нахуй, блядь. Надо было завод хуярить какой-нибудь, который выбрасывал бы просто в это заведение кучу всякой разной серной кислоты. Так, потом была команда Replay, тоже кальянная. Они вот сделали почти тот же самый тропик, только в виде кактусов, да, там разные кактусы, какой-то, блядь, как квадратный стеклянный аквариум, и при этом кальяна не было видно, то есть нихуёво замаскировали, жалко было просто эти кактусы, я на них смотрел, блядь, и мне было реально их жалко, то, что их, сука, просто рвали, чтобы натянуть на свой кальян. Ну, я просто болею. Курилось это довольно-таки интересно. И такой прикольный кактусовый вкус. Соответственно, без адалии или щербетли кактуса там не обошлось. Но выглядело довольно-таки интересно. В принципе, вот это то, что я увидел, да, меня очень поразило, что вкусно, и ребята так хорошо к этой всей, ко всему этому мероприятию подготовились, реально заморочились. И все это сделали так масштабненько, интересно, что реально было смотреть на все эти работы. Учитывая, что это Кустанай, ребят, это Кустанай, можете поискать его на карте. Следующая команда была Black Room. Блять, это самый криповый, наверное, кальян, который я вообще видел на всех батлах. Просто, блять, голова этой куклы была под таким углом, из головы торчал порт, это просто выглядело страшно. Но он мне очень сильно понравился. Он был обычный, простой, кукла. И еще они засунули, короче, продув в пизду. И когда ты продуваешь, блядь, у него типа дымит пизда. Ну, как бы интересно, да. Работа не масштабная, но при этом у них самый охуенно курился кальян. Это такой кислый-кислый вкус, что аж на выделялись слюни и просто сводило скулы. Я сейчас просто вспоминаю этот вкус, и у меня начинает выделяться слюна. Слюна. И... блять, было реально круто. Вот работа их тоже интересная. Они чуть-чуть не дотянули до победы. И я считаю, что довольно-таки круто Black Room выступили. А офис. Команду офис я вообще не понял. А что, блять? Какой-то компьютер. При мне чувак на пейнте, блять. А пиксель написал The Office KST на розовом фоне и размещал все это на экране. Чувак еще как бы, ну, захуярил этот Warcraft запустил, но выглядело это крайне ужасно. Он говорит, типа, вот старый компьютер Pentium 3, мы сделали из него кальян, и он работает. Я ему говорю, слушай, я говорю, если он работает, то нахуя, типа, под монитором еще один компьютер? Он говорит, ну, это компьютер, который, типа, подключился, типа, из которого мы сделали кальян, он не работал. Ну, блядь. Это то же самое, что захуярить прикольную композицию, да, и просто рядом с ней поставить обычный кальян и курить его. И давать это судьям. Типа, ну, блядь, у нас не получилось просто это захуярить вот в эту хуйню, поэтому мы поставили просто кальян рядом. То есть та же самая хуйня и была с командой The Office. Они, кстати, чемпионы прошлого батла, я хуй его знает. Команда Добро. Это Рудные, это те ребята, которые выступали в Екатеринбурге и принесли мне голову Чичигаги в банке, блядь. Это реально, команда имеет опыт, они просто, вот это был реально масштабный проект. У них был телевизор, на котором, собственно, был их логотип, были голые девочки, там, которые танцевали, жопой трясли, завлекали, да? И они притащили старый мотоцикл, из которого сделали кальян. Я думаю, Антошу бы это понравилось, он бы отдал им бы первое место. И тут сразу видно, что у ребят большой опыт в батлах, как бы они уже участвовали, они уже прохавали, как нужно, что нужно и все остальное. Поэтому получилось довольно-таки круто, интересно. За это огромный такой респект Добро, том, что они вот вроде с маленького городка, который меньше даже Кустаная, но при этом
очень круто себя выставляют. Следующая команда была Черчилль. Это просто нереальный проект. Это телефонная старая такая лондоновская будка. Телефон, кстати, там был тоже старый. Я помню, как они эту будку затаскивали. Они просто, грубо говоря, в этом баре выломали дверь, чтобы затащить эту большую бандуру. Как вам сказать, блядь? Ну, реально очень круто смотрелось. Там, короче, было внутри три кальяна. Все они были очень аккуратно спрятаны. Был большой кулер, который охлаждал эти кальяны, чтобы они в этом кожухе в будке, короче, ну, не нагревались. Был еще этот винтель, который типа менял от жесткого к среднему и к мягкому кальяну, то есть к легкому, да, и можно было крутить. И типа ты куришь, базаришь по телефону, короче, и куришь здесь как бы мундштучок. Мне очень понравилось, было довольно-таки интересно все это смотреть, наблюдать, особенно как эту хуйню затаскивали. А что еще хочу сказать, это реально было, вот блядь, не ожидал я такой, вот не ожидал я таких работ в Кустанае, да. Давайте поговорим про следующую команду. Это Da Vinci. Вот Da Vinci вроде сделали прикол, но это был пиздец, знаете. Это такая канистра из-под бака, такая маленькая. На ней большими буквами написано «Не продувать», потому что они не доперли, как, наверное, въебашить в него клапан. Но я взял шланг, и они мне говорят «Не продувать», и угадайте, что я сделал? Я его продул, блядь, и затопил. Вуаля. То есть, потом, ну, другие судьи не смогли покурить, и я не смог, потому что я его сразу затопил. Ребята расстроились. А потом все-таки все равно они перезабили и попросили нас подойти. Но один хуй они не смогли его уже дальше раскурить. В принципе, работа интересная такая, но оценочку я поставил не очень большую. За счет того, что это как бы просто канистра, и они не досужились въебать в него нормальный клапан, чтобы судьям и всем гостям было комфортно курить. Потому что вот эта продувка, она давно у всех уже сидит в подсознании. И каждый, собственно, хочешь ты этого или не хочешь, хоть поставь огромный, сука, баннер, но ты этот кальян, блядь, один раз до засесть курения продуешь, блядь. Ну и, соответственно, последняя команда «Дымок». Они сделали детского слоника, дамба с каким-то единорогом, блядь, я не понимаю. У слона есть хобот, есть уши, и я долго вспоминал, а есть ли у слона рог, блядь. Они туда нахуярили какой-то искусственной травы, короче, и это все из этой травы продувалось. Было две чашки из, собственно, труб из-под сантехники пластиковых. Что еще сказать? Ну так, они, во-первых, долго очень готовились, проебланили свою очередь, как и половина других команд, которые тоже проебланила. Слоник. Типа они сделали слоника, как, типа, ихний крик, что детям до 18 лет нельзя курить кальян. Нахуя вы детского слоника делаете, чтобы детей завлекать этим слоником? И как хуяли у него рог, блядь. Слон-единорог какой-то, блядь, я не знаю. Ну, в общем, короче, было два места. Это приз зрительских симпатий и, конечно же, первое место. И вот давайте теперь вы посмотрите этот выпуск сейчас, и мы в комментариях попробуем обсудить это. Смотрите, первое место занял Черчилль со своей будкой, которая реально была охуенная. Я считаю, что, ну, все судьи, в том числе и я, дали правильный голос именно за будку. Но приз зрительских симпатий получил тот самый слоник. Вот тот самый слоник-единорог. Напишите комментарии вообще, вот кто, по вашему мнению, должен был выиграть приз зрительских симпатий. Призы были очень интересные. Призы были по большей части от империи. Плюс империя все это делала себе в огромный минус. Потому что никакого взноса с команд не бралось. Вообще команды не платили ни копейки, и за это организатору большой респект. И они объявили о своем закрытии на этом батле. Походу просто ребята потратили все бабки с бюджета на батл, и пришлось кальянное закрывать, блядь. На самом деле нет. Просто они так решили. Меня очень порадовал этот батл, было все очень круто, очень интересно. Ведущий был крутой, и диджик, собственно, нормально заводил так.
А что еще? Ну и все, и народу было пиздец до хуя. Я, ну, не думал, что, блядь, соберется так. Так что это, собственно, региональный кустанайский хука-баттл, который проходил в городе Кустанай. Главные организаторы были, конечно же, Imperial Lounge. Кальянная в Кустанае, наверное, одна из самых лучших. И она будет самая лучшая до конца, блядь, пока не будет существовать. Что еще хочется сказать? Да, думаю, все, вот так вот проходят батлы в маленьких городках. Я даже могу сказать, что здесь прошло куда круче, чем тот хука-баттл от Нарджили, который я судил в Калуге. Вот так вот. Поэтому всем пока, это Дава Дым. Думаю, вам понравилось. И не забудьте написать комментарии по вопросу, который я как-то задавал ранее. Пока-пока.